Всем привет! Сегодня чистый четверг. Будем красить яйца. И я вам хочу показать. Вот я купила два красителя. Это у нас яркий дуэт. Мне понравилось вот это сочетание, как градиент. А это просто золотые. Ну, как бы цвет. Но сверху как напылитель такой, золото, да? И вот смотрите, значит, я начала открывать. Ну, все, начала уже как бы процедуру. Сейчас у меня яйца свариваются. Значит, тут вот в этом наборе, получается, такие идут таблеточки. Сейчас покажу. Сама вот как бы беру этот набор впервые и вообще как бы брала обычную краску раньше, но она была совсем другая. Здесь идут вот такие таблетки. Идут три цвета. Три цвета. Сейчас скажу, какие. Это розово-желтый, розово-голубой и розово-сиреневый. А здесь инструкция, как окрашивать. Вот. И получается, должны получиться яркие. Я надеюсь, что они будут яркие. Вот. Цвета здесь вот такие. Намека нет, да, что какой-то переход. И покажу сейчас здесь. А здесь идут пакетики. Здесь как бы более понятно, да, золотой-зеленый, золотой-желтый, золотой-синий и золотой-красный. А здесь тоже также инструкция. А тут 4 цвета, 4 штуки. В принципе, все однотипно, что там, что тут, нужно растворять это все в воде. И таблетки, и порошки. Ну, посмотрим по итогу, что получится. Надеюсь, будет красиво. Так, в общем, сварила вот 5 у меня таких светлых яиц. И это я заказала. В доставке мне взяли, положили коричневые. Так-то поэтому я буду красить сначала вот эти 5 золотой-желтый. Почему? Потому что на коричневом будет, скорее всего, незаметно, да? И вот этим вот красным градиентом. Так, я вот взяла сюда, закинула. В эту чашку, вот этот вот краситель золотой-желтый. Надо, значит, растворить в 250 миллилитрах кипятка. И также не забыть добавить в каждую из чашек 1 столовую ложку уксуса 9%. Так, вот такие красители у меня получились. Это желтый, золотой. И это градиент. Ну, я не знаю, будет ли он этот градиент, что ты даже таблетка в кипятке, и то не растворилась. Так, погрузила яйца в раствор на 3-5 минут. Сейчас посмотрим, что у нас из этого получится. Вот этот желтый, золотой красиво, конечно, переливается. Ну, вот насчет градиента, мне кажется, что не будет так, как на фото. Вот, ну, сейчас увидим. Так, давайте смотреть, что у нас получилось в этот раз. Это желтенькое яичко. Вот так, по сравнению с этим яйцом, так оно выглядит. Отправляем. Все. Сюда на салфетку. И вот это вот еще одно яйцо. Получается, правда, градиент классный смотрится. Если честно, даже не думала. Вот так вот тут получилось снизу градиент. Такой вот снизу. А тут сбоку. Так, все, вот я хотела 2 яичка сделать таких и таких. Теперь я хочу другие красители использовать. А, ну ладно, вот это вот сейчас третье градиентом сделаю. Дюжим сильно мне он понравился. Да. И начнем делать, отваривать те коричневые яйца. И будем тоже делать только уже другие, использовать красители.
Здесь вот хочу показать золото на этих яичках, как оно блестит. Вот. Не знаю, может быть, то, что это сделались вот эти пятнышки из-за того, что я, наверное, одной ложкой делала все. Ну, в принципе, если так не придираться, то вполне хорошенькие яички получились. Вот такие. Сейчас следующие покажу, какие получатся. Так, а вот смотрите, я сейчас хотела... Вот уже засунула, видимо, не в такой сильно горячий раствор. Получилось, что яйцо практически совсем не прокрасилось. Это вот с градиентом. Тут вот один такой небольшой розоватый бачок, но опять он не совсем не яркий и не красивый. Придется его окунуть еще вот сюда, в желтый. Может быть, этот схватится еще побольше цвет, чтобы он был более насыщенный. Сейчас посмотрим. А вот эти яички, получается, очень красиво смотрятся, когда уже лежат вот, да, на блюде. А, то есть я все тут подготовила. Ну, сейчас я еще доделаю и покажу. Вот у меня еще тут декор. Вот такие цыплятки. Это я покупала, ой, в каком году? 2 или 3 года назад. И по сей день их храню. Вот все 6 на месте, вот здесь вот они у меня сидят, это для них, вот они устойчивы, их можно поставить, вот, и также я вот сюда их размещу, когда будет у меня полная ваза из яиц. Так, ну давайте смотреть, взялся ли этот краситель или нет, в принципе он тоже такой же бледненький. Ну, все-таки потому что, как я и говорила, нужен прям крутой кипяток здесь. Такое бледненькое какое-то яичко получилось. Знаю, может, я его еще подраскрашу другим красителем. Мне оно не нравится, слишком бледное. Я люблю поярче, чтобы яркие были. Хотя вот с этой стороны оно, конечно, розовинка есть, но все-таки. То, что вот эти, они прям такие получились все-таки яркие. Даже по сравнению это и эти. Ладно, сейчас подумаю, что с этим яйцом делать. Так, делаем далее. Взяли синий краситель с золотом и какой-то там с фиолетовым, по-моему. И сейчас будем погружать в эти растворы яйца. А, да, не забыть добавить уксус по 1 столовой ложке. Давайте смотреть, что же у нас получилось. Так, это у нас идет с золотом яйцо. Не прокрасилась, что ли? А это с градиентом. Почему-то тут какое-то пятнышко. Вот так вот фиолетовый как раз. Знаете, если уж вот так по-хорошему разобраться, да, то можно вот эти пятнышки прекрасно замаскировать наклейками, например. Или просто каким-либо декором дополнительным. А это вот с золотом. Кстати, вот оно чуть-чуть вот полежит. И очень красиво получается, когда сама краска подсыхает. И также сейчас я окуну вот это мое яйцо, какое у меня тут лежит. Тоже в этот синий краситель. Так, ну вот и вторая моя партия. Это что получилось с голубым яйцом. Только единственное, непонятно, откуда вот эти пятнышки берутся. Так вот это красивый такой лазурный цвет получился. А это из градиента. Вот опять тут вот пятна. Как будто не прокрашены. Хотя погружаю я их полностью. Но здесь уже не такой яркий фиолетовый, как был.
какой-то грязный здесь фиолетовый. Тут вот зеленый красивый, лазурный. Так, это получается уже третий раз. Видите, они совсем некрасивые получились. Вот это вот еще ладно. Можно оставить это золотистое. А вот это вот нет. Это я не буду такое класть, мне не нравится. Вот это вот оставим. Делаем следующую партию. Я взяла красный цвет, а это какой-то другой синий. Уж не знаю. В общем, сначала погружу вот это яйцо. Взяла разные ложки. Вот, потому что два разных цвета. И дабы, чтобы они не помешали друг другу. Вот. Решила это яйцо покрасить тоже. Посмотрим, что из этого выйдет. И сейчас сюда еще будем загружать яйцо. Так, тут получился очень красивый красный цвет. Вот такой сейчас еще дальше буду загружать. Здесь тоже типа красный, но с переходом на голубой. Но мне не нравится, если честно. Тут вот ляпки. Ладно, оставим такой. Вот так вот у меня уже получается. Ну и что я хочу сказать. Если бы у меня были яйца белые, вот как вот это оно, ну то есть там я перекрашивала, оно было светлое, там цвет совсем другой. Здесь они получаются, конечно, не, ну, неправильного цвета. То есть вот они должны быть голубые, это голубые. Вот тут вот красные. Он, видите, какой бордовый получился, потому что яйца у меня, вы видели, прекрасно серые, эти, коричневые. Поэтому здесь как бы нельзя говорить конкретно о красителе, да, что он плохой, наоборот, он очень красивый, яркий. Вот, просто у меня неправильные яйца. Надо брать белые, тогда и цвет не будет искаженный. Так, опять яйцо плохо прокрасилось. Сейчас я буду наводить последний краситель зеленый. И здесь я вытаскиваю яйцо. Вот такого красивого цвета оно у меня получилось. Это мне прямо нравится. Яркое, независимо от того, что оно у меня было темное, а не белое. Вот такой вот краситель получился. Я уже туда загрузила яйцо. Вот оно. Ну, будем надеяться, что схватится. Что оно... Вообще сейчас даже не позеленело ни капли. Красный, кстати, прикольный. Даже можно еще сейчас туда загрузить. Сейчас попробую еще загружу. Хотя, в принципе, я хотела делать последние два яйца зеленые. Вот, в итоге получилось зеленое. Совсем не зеленое, да? А красное мне нравится. Смотрите, яркое. Прям яркий такой оттенок. Даже, наверное, сейчас зеленое туда же забабахаю. Почему? Потому что цвет непонятный. Не хочу такое оставлять. Так, все. Вытаскиваю яичко. Получается вот такое. И это завершающее. Сейчас покажу полностью всю композицию, что получилось. Вот что у меня получилось. Вот такие яркие красочные яйца. Всем спасибо за внимание, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами была Идея молодой хозяюшки. До скорых новых встреч, пока-пока.